Приветствую! Продолжаю вести рубрику «Медитация недели». Это значит, что каждую неделю готовлю для вас практику, медитацию. Вы ее делаете в режиме марафона каждый день. Ежедневное повторение медитации, как чистка зубов, очищает ваш ум от негативной информации, обнуляет ваше такое сознание оперативное и делает сознание в связи с этим более ясным. И на этой неделе мы делаем практику, которая называется антистрессовое дыхание. Это дыхание и эта медитация хороша, когда в вашей жизни полоса, может быть, неприятностей, трудностей или сложностей, когда в вашей жизни много стресса, и вам нужно быстро обнулить этот стресс, быстро восстановить свои силы и энергию. Вдох – рот, выдох – нос. Потом повторять – нос, рот, рот, нос, вдох, нос, выдох, рот, вдох, рот, выдох, нос. И в этой медитации вам нужно найти свою глубину, скорость и интенсивность дыхания. Вот. Нам нужно будет сделать такую мудру: большой палец вместе, мизинцы вместе. Все остальные три пальца вперед, на уровне центра груди. И в таком положении мизинцы — пальцы Меркурия, пальцы коммуникации, связи и бизнеса, процветания. Вдох, нос, выдох, рот. Вдох, рот, выдох, нос. Так продолжайте 11 минут. В конце сделайте вдох, задержку дыхания. Держите секунд 15. И с выдохом расслабьтесь. Делайте каждый день, не пропускайте ни одного дня.